Всем привет. Мы в Westland 3. Машет руками Дельгадо, но мы у него уже все купили. Я продал мусор и купил Дельгадо вот этот прекрасный пистолет-пулемет. Увеличил ему дальность до 18. В общем, апгрейдил его как мог. В частности, я ему сделал так, чтобы у него было 3 очка действия. То есть он 3 очереди сможет давать. Урон у него, сами видите. То есть 140 до практически 200. В ближнем бою должна быть замечательная штука. И в принципе это все наши приобретения. Чуть-чуть сделал запасец по хламу. И все. Денег как не было, так и нет. Никто ничего у нас не развил никакие навыки, поэтому мы просто отправляемся к патриарху. Что это за лифт? Это ворота в преисподнюю. Мастерской ничего не надо, у нас все установлено, поэтому мы просто двигаем. Не все будут рады появлению новых нахлебников, но все-таки хорошо, что вы спасли тех Бейнджер. Вот он! Фрэнк Папас, ладно, слушай сюда, группа Ноябрь своей бесконечной мудрости поставила меня учить вас уму-разуму. Цель военных учений — натаскать вас, служить основной команды, стоять на вытяжку, маршировать единым строем. Про траву им расскажи. Строим? Нас же всего двое. А я старый топтун, который ни дня в жизни не маршировал, так что садимся на том, что Ноябрь ничего толком не обдумал. А ничего, что мы тут стоим? Меня детки поставили вас тренировать из-за многолетнего шерифского опыта. И вот что я вам скажу, всем. Даже самому патриарху начихать с высокой колокольни на то, как вы маршируете на плацу. Так что, чем тратить время и учить вас стоять по струнке, лучше я расскажу про пару штук, которые могут помочь вам выжить на поле боя. Папас, кто не маршировал по плацу 35 градусов жары, не солдат, понял? Тебя спасло только то, что у нас 35 градусов взять негде. Я еще лому принесу, будете мне плац подметать. А то ишь. Рейнджер Сак. Это эти гады расписывают. Вот тут я видел. Да, ящик с броней. Всем не надо. Открыть ящик сможет один баклан. Я. Хорош. Норм шлем, норм поножи. Дикарская броня вообще отличная. К ней добавляется еще пластина, она получается плюс 11. Не пойду уже продавать все это. Поносим. У нас по... ограничения по весу нет. И на том спасибо. Я вот что хотел посмотреть перед отходом. Я взял шерифскую. Она у него вообще никак не проапгрейжена. 6. У нее 24. Урон 60-70. Сделать 50-80. Изготовить еще один ствол. Потому что не так уж часто попадается хорошее оружие, а мы потеряли диковинариум с бабулей-оружейницей. Ствол из титана из кобальта. Один можно сделать. Изготовили, закрыли. Урон плюс 8. Улучшили. Подствольник. Ладно, поставим плюс 5. А, можно вот этот поставить. Это робот и транспорт синты. Нет, не надо электрические пули.
магазин. Хватит-то. Все. Все вместе. По-моему, проще было сесть на трактор, выехать, тут же заехать обратно и телепортироваться в богатый район, чем сейчас бегом бежать. Ну, может, что-нибудь по дороге заметим. Патриарх оплакивает ужасное событие в Кинариуме, он уже знает. Но это неудивительно. Целый город пропал. В Колорадо никогда не было 100 семей основателей. Просто 100 семей звучит лучше, чем 60 и с чем. То есть мне неприязнь. За вас город стал хуже. Я вот не помню, мы... Я буду молиться, чтобы вы возвратились из Аспена целыми и невредимыми. А, помню. Мы нашли этот старый журнал в штабе. В нем упоминается семья Нокс. Интересует? Дайте-ка я взгляну, кто это? Элли Блю? Это тетушка Элли. Вот это да, конечно. Я бы очень хотела его почитать. Это моя девичья фамилия, Блю. Старые добрые времена Блю и Нокс ненавидели друг друга. А старая тетушка Элли чуть не пристрелила меня, когда я сказала ей, что собираюсь замуж за Харди. Я всегда хотела узнать, как жили в те времена, когда она была молода. Спасибо, позвольте вас отблагодарить. $55. 83. Спасибо. May the good Lord keep you safe. Священный символ. Гарантия стопроцентной воды и крови непроницаемости. Логоизоляционная компания Colorado Springs. Ясно. Нам пригодится, конечно, и $80, особенно в нынешнем. Но выглядело это немного унизительно. Ух ты, я почти забыла, как должна выглядеть дорога. О, да, знакомые мысли. Скрыть замок, кстати. А, охрана стоит. При вашем приближении робот-слуга дергается, поднимается и выпрямляется в полный рост. Привет, привет, добро пожаловать в чудесный, сказочный, мегавеликолепный дом семьи Уорд. Закачивает он с искрами и под шум помех. Вы с какой целью пришли в поместье? Всезнайка, перехватить управление роботом, получить права администратора. Слуга на секунду замирает, а затем снова скакивает по стойке смирно. Хозяин ожидает вас, входите через двери. Оба-на. Мы сохранимся на всякий случай. По-моему, он нас не совсем ожидал. Белыми. Это которому спасли. Рейнджер. Я так рад вас видеть. Спасибо еще раз, что спасли мне жизнь. Камин. От пылающего огня исходит слабый запах горящего металла. Так, а он не против, если мы тут потолкемся? Элайджа. Их два? Я знал, что система безопасности нужна больше проверок и меньше средств переделок, черт. Вы же рейнджеры, верно? Я предполагал, что наши пути в итоге пересекутся. Позвольте выразить вам свою благодарность за спасение моего сына белыми в саду богов. Я способен лишь на безыскусную благодарность отца, который считал, что лишился своего ребенка. Могу вам чем-нибудь помочь?
А на чем ты здесь работаешь? В основном время провожу за исследованиями и разработкой технологий. Я верю, что со временем удастся привести уровень жизни к стандарту легендарных довоенных дней 80-х годов. А там кто знает, вдруг однажды мы даже его превзойдем. Подумаю, вы понимаете 100 семей? Тогда, конечно, может быть, и догоните. Что делает патриарха, может сказать? Надо полагать, сейчас вам уже известно больше, чем мне. Валер, Виктори, Либерти. Дети Саула Бьюкинена. Он любит их самой искренней отцовской любовью. Я понимаю эту любовь. Все, что могу сказать об этом. Давайте поговорим о чем-нибудь другом. Ладно, мы о другом поговорим. А... Он будет против? Солнечные панели. А, ну это... Видимо, это незаконченная версия солнечных приемников, размещенных по всему саду богов. Да. Работа с механикой. Улучшить солнечный приемник, используя запчасти на столе. Это было непросто. Вам не потребовалось много времени, чтобы создать более эффективную конструкцию. Рейнджер, хоть мы и знакомы, и виделись раньше, но все же крайне невежливо так вторгаться в чей-то дом без предупреждения. Мы тебе там изобретение подправили. Серьезно? Отличные новости. Примите этот небольшой знак признательности. 6 турелей. Это практически больше $100 получается. Репутация плюс 1. Все еще неприязнь. И $12. 32. Спасибо. Goodbye, Rangers. А теперь проваливайте. Мы еще тут покрутимся у вас. Нет, он что-то продолжает нам отсыпать. А это что такое? Да хватит уже, сколько-то можно. Из кармана, что ли, достаю? Стыд, подождите, я сейчас еще найду десяточку. Мы уже уходим. Куча поронимся у вас. Нам хлам нужен. Ну, тут ничего больше. В этом углу пахнет, как в школьном кабинете биологии, формальдегидом, антисептиками. А, это одно и то же. А, замок мы не будем. А еще можно? Ваше улучшение, хотя едва заметно, определенно дали результат. Но он теперь не уйдет отсюда на прогулку никуда. До свидания. Химический стол. Первый тут химический набор. Расширенная версия. Простите, небольшое хамство. Двери закрывать мы не умеем. Так что пусть пока проветривается. А это что такое? А, это уже... Приближается неприятный разговор, так сказать. Давайте просто пройдем мимо. Да? А, здравствуйте. Должно быть, вы рейнджеры. Я кропотливый Джо, личный секретарь патриарха. Слежу за тем, чтобы к нему могли попасть только по служебным делам. Вам же, в связи с важностью вашей миссии, мистер Бьюкинен дал позволение входить по необходимости. Конечно, вы в любое время можете лишиться этой привилегии, но сейчас входите. Джо, привет. Мисс Уэссон, мои глубочайшие соболезнования в связи со смертью вашей семьи. Спасибо, Джо. Значит, обычных людей патриарх не принимает? Раньше мы устраивали собрания общественности, на которых граждане могли изложить ему свои жалобы. Но примерно в прошлом году эта практика прекратилась из соображений безопасности. Понятно.
Элитный костолом. Нам тут пока не светить ничего. Он говорил, я должен дойти до патриарха, а он ему, робот говорит, а кропотливый Джей, он говорит, я тебе уже раньше говорил, что он не принимает подарки, или что-то такое, не успел я ни дослушать, ни прочитать. Бюстик патриарха, у каждого патриарха должен быть бюстик. Элитный пехотинец. Охренеть. Круто. Я на секунду не послышалось, что это крылатые качели там. Сейчас заиграю. Дверь. Открыть можно? Можно открыть. Рама пилы. Нас сразу убьют или помучают, если мы пройдем? Рука собирателя шрамов. Битва при Пункин-центре, 2097 год. Знамя. Похоже, это боевое знамя какой-то давно разгромленной и забытой равнинной банды. Спереди ваза чистает, полирована до блеска. Сзади она покрыта слоем пыли. Ага. Если я правильно понял, что это характеризует патриарха как человека. Человечного. Маска циклопа, последнего предводителя армии монстров. Почему она у него? Мне не так давно с семьей пригласили патриарха видеть, грустно было ему сидеть за этим столом в полном одиночестве. Ну, то есть они были недавно у него в гостях. Меховая маска, бумаги. Запись об усыновлении и удочерении Мелисса Хау. По приказу Саула Бьюкинина сирота становится законной наследницей Клэр Хау. Все шерифы, присутствующие при облаве на Божилов, поклялись хранить это в тайне. Похоже, что это документ об удочерении некой Мелиссы Хау. Один фрагмент привлекает ваше внимание. По приказу Саула сирота становится законной наследницей Клэр Хау. Шерифы, присутствующие при облаве на Божилов, поклялись хранить это в тайне. Вы вспоминаете, что слышали фамилию Хау в Бродмур-Хейтс. Это была одна из тех, кто насмехалась над прохожими. Называлась туристами, которые... Старая резиновая маска монстра. Что это внутри? Засушенная голова? Ящик с медикаментами. Подлинный ботинок Лос Паяцос. Пятна, подлинная кровь, Лос Паяцос. Книга. Популярные салонные развлечения. Сотни страниц с описаниями игр, в которые можно сыграть меньше, чем за час. Описание игр, в которых присутствует элемент случайности, перечеркнуто. Понятно. Баллон дыхальщика. Трофей с тела убитого дыхальщика, 2106 год. Меховая куртка. Старая куртка волчонка армии монстров. Согласно легенде, она принадлежала юному оборотню, державшему в страхе маленький городишко. Молодой Саул Бьюкинин убил бывшего владельца куртки и забрал ее в качестве трофея. Сам-то, добро пожаловать во дворец патриарха. Одобрение. Они нас, несмотря на уничтожение диковинариума. А вот он сидит. Чего? Почему кордит броненосец с вами? Это вы напали на мою тюрьму? Черт подери. Что происходит, рейнджеры? А почему ты их спрашиваешь, трус? Боишься спросить меня лицом к лицу? Я хотя бы трус на троне, а не пес, который трона лишился. А теперь говори, как освободился. Судьба.
Так. Мы его вызвали, чтобы он заполучил собирателей шрамов, которые состоят в армии Либерти. Разве не отличный способ сорвать ее планы? Про Анджелу Дед мы молчим. Неплохая идея. Выгорит он или проиграет, ее в войсках возникнет беспорядок. Хорошее решение. Проиграет? Я не проиграю. Но это не значит, что вам можно вторгаться в мои владения и убивать моих работников. Я дал вам свободу действий, но это уже слишком. Еще одно такое нарушение нашей договоренности и конец. Понятно? Что еще надо? Ситуация с Веллером разрешилась. И как? Мы его задержали. Я мог бы спросить, сопротивлялся ли он, но и так знаю, что нет. Мальчик всегда был слабым. С книгами и компьютерами возился, а пота и крови пролил мало. Но, пожалуй, мне не следует жить о том, что задержать его было просто. Нам дали 10 и 30 патронов. Вы доставили его живым, а мне это и было нужно. Вот вам награда за сделанную работу. Зато 25, это, видимо, пулемет или крупнокалиберной винтовки. 32. Один магазин патронов. Спасибо, рейнджеры. Что еще могу для вас сделать? Меду бы. Колоду бы. Стоит ли нарываться? Но надо еще кое о чем доложить. Новая запчасть рельсотрон. Анджела Дед вышла из подчинения и выступает против тебя вопреки приказам штаба рейнджеров. То есть мы можем ее просто тупо сдать патриарху? Пока нет. Тебе тревожные вещи говорят. Люди всегда жалуются. Что теперь? Нам сказали, что ты отдаешь преступников божелом, а те приносят их в жертву. Это очень серьезное обвинение. Нас могут тут прямо как носителей настолько серьезной информации прямо здесь и закопать. Говорят, ты вооружаешь главарей равнинных банд и позволяешь им грабить поселения за пределами Колорадо. Я ничего им не позволяю. Я только им плачу, чтобы они этого не делали в Колорадо. А что мне делать, если плату не берут, только оружием? Но ведь твои люди считают, что ты победил главарей в равнинных боях. Равнинных банд. И что ж, по-твоему, побудило главарей банд сесть за стол переговоров? Но слушать о соглашениях людям не интересно. Им интересно слушать о победах. Вот я им о победах и говорю. Он тоже прав. Видимо, заруба была равной. Он сказал, или победил, или нанес им такой урон, что они поняли, что лучше договариваться. То есть он отчасти-то победил. У нас есть вопросы. Мы не могли не заметить, что ты вроде отдаешь предпочтение дочери, а не сыновьям. А вы можете меня в этом винить? Если бы смелости в ней было больше, чем кровожадность, я бы ей уже трон уступил. К сожалению, управлять ей не интересно. Ей интересно править. Семья Дорси. Болезненный вопрос. Ты когда-нибудь думал о расширении границ Колорадо? Нация, которую вы видите, это труд всей моей жизни. Только дураки могут расширять владения настолько, чтобы утратить над ними контроль. Что за история с семьей Дорси? Раньше они были моими самыми верными сторонниками. Потом мы стали спорить о том, когда следует вводить в Колорадо демократию. Проиграв спор, они попытались меня свергнуть. И вот.
Пока они не напали на город, я думал, что уничтожил всю семью. Очевидно, кого-то Нелли увел в глушь. Мне надо было подойти к этой проблеме более тщательно. Думаю, к налету их подстрекнула Либерти. Раньше они такую сообразительность не проявляли. Ладно, это... Ты думал о том, что будет с Колорадо, когда тебе не станет? Рано пока об этом говорить. И потревожные вещи тоже. Все, пока все. Пока не все. До тех пор, пока вы не почините, не объясните мне, почему Эбигейл Мархэм покинула Стальтаун. Мы хотели доложить, но так получилось. Мархэм эксплуатировал работников. Теперь Стальтаун стал более справедливым местом. Его интересует несправедливость. Она использовала синтов, чтобы управлять фабриками, но не волнуйся, Стальтаун в надежных руках. Я не знаю, как он относится к синтам. Но эксплуатация его точно мало волнует. Ему важен результат. Если мы скажем, что она использовала синтов и теперь не использует, он скажет, а теперь как будет продукция поступать. И справедливость... Не знаю. Давайте синтов. Синты. Вот что она от меня скрывала. Но прогонять ее собственные фабрики за это? Рейнджер, надеюсь, вы правы насчет Стальтауна. Вам же будет лучше, если это так. Брось глаз моих. Ну, раз вы не хотите ничего про диковинариум узнать, до свидания. Тут еще дверь была одна. А, вскрытие замков. Мы-то можем вскрыть. Можете ходить только по местам общего пользования. Понятно. Ничего такого не думали. Приятно вас видеть, рейнджеры. А... Можно на вашу броню посмотреть? Прекратите. Извините. Патриарх говорит, любит, когда у нас тихо. Так же, как и мы любим. Ладно, про Вейлора ничего не сказал. Помните, мы когда разговаривали в тюрьме, в карцере уже, когда он сидел, он сказал, я знаю кое-что, что знаю только я и хочу сообщить патриарху. Надзиратель ему отказала. Он говорит, ну тогда, когда все умрут в Колорадо, вы типа запоете. Это на вас будет вина. И она, в общем, не поверила. Пробовать слуга. Доставка подарков. Попытка доставки подсылки для патриарха. Все предыдущие попытки завершились неудачей. Открыть список директив дрона, затем сменить цель доставки с кропотливый Джо на пустынный рейнджер. Получатель опознан как человек, пустынный рейнджер. Большая благодарность от имени моего нанимателя. Ваша помощь зафиксирована. Блин. Пивко, сигаретки. Все завершилось. Доставка завершена. Ядерная турель. Вот тут не хочется мне воевать, тут капец будет. Поливалово. Аспин, получается. Ридом несчастье прямо на голову сыпятся. Заколоченный проем. Заколоченная досками дверь в пробоины. Сквозь них можно взглянуть разгромленное помещение. Понятно. Not only did he lock me up, he was standing on me. А, он смотрит на статую и говорит, ему мало было того, что он меня запер, он еще и стоял надо мной. Гвен удерживает пленницей Васпин, ее дочери застряли там вместе с ней, ее сын предал город. Понятно. Слухи. Может быть, нам пригодится это. Не пойму, не пойдем мы с той теткой разговаривать, которую... Документы, которые нашли.
Что она там, в лучшем случае, даст $50? А кто она такая? Назвала нас туристами. Она нас в плохом слове назвала, мы-то в хорошем. Туристы. Основная проблема Colorado Springs – беженцы, которые стекаются в город. Да на курсы бы их давно записывали, уже можно было город... Он, кстати, ничего не сказал про Денвер. Уже можно было город весь преобразить. Ну что, сразу прыгать в трактор? А до него бежать надо. И Васпин. Турели. Нифига себе. Олень. Воу-воу-воу. Рядовой Шварц. Можно, кстати, скинуть. Что у нас там? 6 турелей. Опыта, кстати, нам не дали никакого. А, книгу только бросить можно. Пулеметная турель, 6 штук. Они нам вообще нафиг не уперлись. Долгое время за поддержанием порядка в этих краях отвечали шерифы. А, нифига себе, она говорит, я надеюсь, заваруха с гиперами на меня ухнется, потому что нефть, они, говорит, хоть были чокнуты, но нефть перерабатывать могли только они. Я считаю, что уже окнулось. Забирай один шлем. Забирай штаны. Шесть турелей. Нормально. Патроны подо все есть. Пистолетные, пистолетно-пулеметные. Хламу купить. Пад, ноябрь. Круто, что вы снова пришли. Хлам давай. 800, ну 800 многовато, так. 600 возьмем. Чтоб в дороге было, чем руки занять. Ну и все, в следующий раз выдвигаемся в Аспен. Это кто пиво бросил? Вы офигели совсем, что ли? И здесь валяют, и здесь, везде. Чухарики. Есть хоть машина в более лучшем состоянии, чем гараж. В общем, в следующий раз прыгаем в машину и рвем в Аспен. Плохая концовка не за горами. На сегодня все. Спасибо вам за внимание. Всего вам доброго. Всем пока.
переигрывать ничего не буду. Как получится, так и получится.